Президентский мост был введен в эксплуатацию в 2009 году, а значит, гарантийные сроки сооружения прошли. Сейчас полным ходом идет подготовка к ремонтным работам. На расстоянии в 16 километров от Ишевского кольца до Димитровградского шоссе 7 километров сегодня требуют ремонта. Разные были и оттепели, и резкие похолодания, и ледяные дожди, и масса-масса других, да, вещей. И мост на протяжении уже такого периода времени выдержал. 1 по 17 июня на президентском мосту начнутся ремонтные работы на участке дороги протяженностью 2 километра, включая мост и подходы. Появляется дефект, это в виде ям, трещин и так далее. Поэтому, чтобы дальше не происходило разрушение, решили, значит, вот 9 участков привести в нормативное состояние. На данных участках дороги планируется произвести фрезеровочные работы и полностью заменить верхний слой дорожного покрытия. При этом движение на мосту ограничено не будет, перекроет лишь одну полосу движения. В районе лесового контроля отремонтируем на левом берегу. И путепровод Д1-5 и подъезды к этим путепроводам также будем ремонтировать. Всего 2 километра. На президентском мосту осуществляется постоянный мониторинг работоспособности очистных сооружений и дренажной штольни. Проводится укрепление правого и левого берегов склона. В этом году предусмотрены обследование состояния моста, проектирование дренажного коллектора на правобережном подходе. В 2018 году планируются ремонтные работы на следующих 4 километрах. Весь мост обещают отремонтировать в течение 5 лет. Кристина Жако, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.